Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня очередной выпуск Second Hand. Кто не знает, у меня есть на моем канале плейлист о Second Hand. Сегодня мы посетим с моей любимой Золотой Рыбкой. Золотая Рыбка — это моя дочь, кто не знает. Пару магазинчиков. И давайте посмотрим. С нами, короче, весело. Оставайтесь, смотрите. Может быть, для кого-то это будет необычный секонд-хенд. Но мы снимаем так, как мы это все видим. Поехали, друзья. Оно такое черное, понимаешь? Это врезали. Ну да. Ну под каблук, а ну стань на носочки. Я на носочки. Ну это надо, если что. Это за. Это за. Сейчас ты видео посмотришь. Вот выйди сюда чуть-чуть, выйдешь. Вот ты посмотрела на себя со стороны. Поворачивайся. Ну не знаю, мне конечно очень нравится. Чего, Рата? Левушка. Меняемся, давай. Меняемся туда. Иди. Там, где свет хороший, наверное. А, нет, там вообще плохо снимают. Иди туда в тень чуть-чуть. Зайди. Ну, потому что в магазине не было видно. Шикардос. А, да. Вот это ноги у тебя, нифига. Ты что, Волочкова, что ли? Люда. Красавица, конечно. А чья это? Чья фирма? Так, купили, я не знаю. Обошлось 148, по-моему. По-моему. Шикмодера Шантеклера. Девушка, а что это за фирма? Я читала. Сирия, Турция, да, что-то такое. Надо почитать. Сейчас твоя дочка оценит. Оригинально, она блондинка. Что мне кажется, вот тут какая-то она. Модно, чтобы было. Я сначала вообще не поняла, что это. Вообще думала, халат. Ну, взяла в руки, пощупала. Класс. Оказалось, стеганая пальтишка. Ребята, вы даже не представляете, в какой куче я его достала. Это ужас. Как же там? Ты включил? Да. Женя, помнишь, там была песня? Помоги мне! Помоги мне, да, желтоглазую ночь. Там как-то дальше, видишь, гибнет. Сердце в огне дышище, ловя любви. Пуговицы точно перламутровые? Да, пуговицы. Будем искать. Будем искать. В общем, вот такое стеганое пальтишко. Как на солнце хорошо, точно, да? Такое же, но с перламутровыми надо. Но с перламутровыми пуговицами надо. Точно, с кинофильма «Бриллиантовая рука». Италия, рекомендую. Ребята, я не знаю, люди, наверное, ничего не понимают. Проходят мимо, но нашелся покупатель. Это я. Тебе нравится? Да. Прелесть. Супер. Хороший, надо брать. Второй тоже меряй. Отлично. Да, симпатичные. А ну отойди чуть-чуть в стороночку. Да, и хорошо. Да, и будет тепло, сейчас приеду, постираю. Вот и зимой ты ходишь. Хочешь убить всех зрителей моих на повал, понимаешь? Детка. Ну. Детка. У нас нету света. Значит, надо спать. Ребенок, ложись спать. Все, давай, иди, ложись. Да, потом на чердак полезешь, что шматье подостаешь. И даже же нет. Я
нельзя, да? Бабушкину. Не, на работу Чего? Нельзя. Вечером. Вечером. Да я снимаю свою семью снимаю. Да, ты. У тебя футболка не такая, у тебя фирменная. У тебя все всегда все фирменное. Да. Мишкигами. Да, 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 да. Хорошо. Вернись еще. Там еще я влезу. Ну да, так это твоя легкая. Да, да, как раз для взяли. Она подошьет. Как раз ее пузико влезет туда. Ей хорошо. Она ходит по двору, гнется, как не знаю что. Согнется, как это, да. Да, супер, супер перепутер. Она скажет, что на велик нельзя в нем. Да, она будет говорить, а на велик можно. Зато у тебя с капюшончиком, а у бабушки без капюшончика. Фух. Зато будет зимой, можно экономить электроэнергию и газ. Будем греться в вот таких костюмах. Да. Как... Ходить, как... Земную ось. Ходить как эти папуасы. Вторая четверть. 20 гривен. Еще, ой, и какие они... А что это за качество? Легче. Смотрите, 20 гривен, прямо с люрексом, светленькие. Да, Шикмадера Шинтеклера. 120, если они 180. Да, 180, ну нам сегодня повезло. Офигенные колготы. А почему люди их не покупают? Что, что в них не так? Люди, это прошлый век, а век вернулся в моду. Ну да, под серую юбку можно. Под серую юбку и вообще класс, супер. Дома ходить, да. Ходи дома, ходи. Отлично. Ух ты. Ух ты. Угу. Отлично. Не, я его сначала поставила, угу. Уложилась. Угу. Хорошо. Еще померяю. Очень симпатичный. Да, отойди немножко туда. Очень хорошо, да. Да, но свитер надо тоже этот брать, потому что он офигенный. Попроще станет. Хороший. Отлично, да. Отличный, хороший. Симпатично смотрится. Да, хороший. 180, да? Тот зеленый у меня. Да. Часто одеваю. Да. Поэтому. Ну прикольно смотрится, ты знаешь. Ну они, конечно, будут сползать, наверное, да? Да, конечно, хорошо. Но, Люд, не твой стиль вообще. Друзья, на сегодня пока все. Оставайтесь с нами. Продолжение обязательно следует. Кому понравилось наше видео или выпуск о секонд-хенде, подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь, и с нами будет весело. Всего вам наикращого. Украина!